Карамзинском зале здания правительства царит торжественная атмосфера. Здесь собрались лучшие сотрудники Почты России, чтобы получить награды из рук губернатора Алексея Русских. Пользуясь случаем, я выражаю вам и всем вашим коллегам свою глубочайшую личную благодарность. Спасибо за преданность делу, за высочайший профессионализм и неисчерпаемое человеколюбие. В зале 21 сотрудник Управления федеральной почтовой связи Ульяновской области. Среди них и Светлана Казакова, начальница Астрадамовского почтового отделения. Светлана была отмечена благодарностью Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России за вклад в развитие почтовых сервисов региона. Женщина работает на почте вот уже 18 лет. За это время любовь к любимому делу только усилилась. Что меня привлекает в этой профессии? Мы очень много общаемся с народом. У нас проходимость очень большая, поэтому хоть и село не больно большое, но у нас еще в округе есть села, которые мы тоже обслуживаем. В принципе, просто нравится общаться с людьми, делать что-то для людей хорошее. Уходят от нас они, в принципе, довольные всегда. Почта России продолжает выполнять свою важнейшую миссию – обеспечивать надежную связь и доступ к социально значимым услугам для всех граждан. Ежедневно сотрудники обрабатывают и доставляют посылки, письма и периодику, приносят пенсии и прочие выплаты. По сей день почта является одним из важнейших соцобъектов для жителей как села, так и города. У нас отделения не закрываются. У нас намерение есть, наоборот, открывать отделения даже в тех населенных пунктах, где отделения были закрыты несколько лет. Мы совместно с правительством Ульяновской области принимаем ряд мер для поиска сотрудников. Всего в регионе насчитывается 523 почтовых отделения, 403 из них находятся в сельской местности. Ежемесячная аудитория пользователей цифровых сервисов Почты России составляет 170 тысяч человек. Кирилл Савосин, Олег Тоньшин, Управда ТВ.